100 уникальных книг в Минске презентовали факсимильное издание о жизни святой Ефросинии Полоцкой. Все книги ручной работы будут переданы в крупнейшие музеи и библиотеки Беларуси к празднованию юбилея Полоцка. Городу в этом году 1150 лет. Обладатель самого первого экземпляра – митрополит Минский и Слуцкий, патриарх Экзарсия Беларуси Филарет. Вы видите филигранный уникальный переплет кожаный, лазерная резка. И здесь целый ряд уникальных совершенно технологий, и все ручной труд. Раньше с этой книгой могли ознакомиться практически единицы. Сегодня она стала достоянием широкого читателя.